Признаться честно, то есть, смотря на всю нашу игру, можно сказать, что это, в принципе, неплохой для нас результат. Так сказать, не совсем уверенно начали первый тайм и первые минуты. Где-то была нервозность с нашей стороны, и соперник все-таки не позволял нам показывать ту игру, к которой мы привыкли. И трибуны, при таких трибунах тяжело играть, но в перерыве... И главный тренер подсказал, как что убрать те ошибки, которые допускали в первом тайме. Я считаю, что во втором тайме сыграли более раскрепощенно и более уверенно. И, так сказать, наверное, все увидели, была другая игра. И тем более могли во втором тайме в концовке. И Андрей потерял прекрасный момент. То есть могли и победить, но считаю, что... Счет для нас, в принципе, позитивный, но будем играть дальше, и впереди еще немало игр, то есть еще все, борьба вся впереди. Наверное, сказывается то, что не хватает нам таких соперников где-то в чемпионате Украины, и тяжело так сразу ответить, но сам соперник не позволял нам играть, наверное, в первые моменты, да, и были ошибки грубые. Первые 15 минут и где-то, наверное, волновались. Но потом пересмотрели свою игру, где-то поговорили друг с другом, разобрали, где ошибались, и совсем другую игру показывали. Ну, особо таких каких-то эмоций нету, нормальное настроение. Добыли очко на выезде с хорошим соперником. То есть все еще у нас впереди. Я считаю, для нас это, исходя из тех результатов, которые мы показывали последние игры, сами знаете какие, вот, и поэтому для нас, в принципе, это хороший результат.